Всем привет, с вами Филипп, и давайте, это будет смотр игры Deadpool. Все же знают такого чувака Deadpool, который, ну, супергерой, не так уж прямо супер, но он спасает, да, мир. И он еще ленивая жопа, как все говорят. В этой игре присутствует очень много смешных диалогов, смешных моментов. Я ее конкретно прошел уже, так что давайте с вами поиграем. Я не против смотра игры. Давайте начнем выбрать сложность. А, ну давай. Опять за легкого поиграем, но это же смотр. Не буду же я включать среднюю там. Это я ее покатил уже. Дэдпул, это Логан. Получил твое сообщение последний раз, тебе говорю, нет. Нет, ты не можешь покататься на черной птице. И хватит мне об этом звонить. Эй, Дэдпул, это Домино. У меня есть для тебя заказ, если ты заинтересован. Платит хорошо, так что подумай. Ой, это по твоей смс-ке насчет. Я не могу, слушай, это было только один раз. Вообще, позвони мне. Эй, Дэдпул, это Питер Дэплам, Бена, из Кейхмо. Ты помнишь, что все время назвал меня придурком, когда ты подловил меня? Вообще, я прислал твое предложение, не будь делать вид, что я не понял, что это за хрень. Но ответ мой нет. Вы, пожалуй, не воспользуйтесь твоей идеей, супергерой. Что? Он сказал нет? Это был наш шанс на создание игры про нас. Может, не стоило описывать наши идеи цветными метками? Расслабься, он еще передумает. А, точно, из-за Дэдпул это Питер. Но ты меня помнишь, который придурок. Помнишь, я тебе звонил и сказал нет. И такой шутник, конечно же, и имел в виду, да. Твое предложение, которое мы получили сегодня утром, производит в офисе. Гениально. Просто гениально. Так что, если коротко, поздравляю. Давай сделаем. Вот видишь, и снова на склад характер спасает положение. Дай пять. Ах да, у нас нет рук, мы голоса. Разработчики. Как только они будут готовы, я их пришлю. Сценарий. Дэдпул. Так, и вот начинается у нас уже игра. Это какой-то бред. Сценарий. Будто какой-то персонал. Писатель лучше меня знает, как писать, насколько я удивителен. Удивительный, это скорее к Человеку-пауку относится. Ага, как же, и что-то удивительно. Ну, сверкают человеческие силы и рефлексы, обострен чувство гениального уровня, интеллекта, способность прилипать ко всем поверхностям. А знаешь, что еще прилипает ко всем поверхностям? Слизь. О, Человек-паук, но если у Человека-паука такая, ты зашибенская шлюпица, способность к регенерации. Зато я, если к придурку повезет и... Ладно, давайте уже жопу снимем с этой постели. Зевок. Эй, это что, вы, ребят, теперь мой каждый шаг отслеживаете? Но еще ничего не достиг в этой игре. А, вот еще одна. Это так и будет одна из тех игр. Поброди по моей квартире, новое задание. Давай. Я настроил... Ну как продвигается лизание яиц? Красная хреновина, красная хреновина. Просто сиди на месте, и мне не придется тебя застрелить. Так, в этой игре... Очень сделано тупо по клавиатуре. На Xbox будет лучше и на PlayStation 3. Но на клавиатуре это очень тупо сделано, потому что... Видите, сейчас E написано, да? Чтобы это взаимодействие. А там было написано U. Мне пришлось бы до нее дотягиваться, но я все поменял. Так, что тут у нас еще? Чтобы поиграть на гитаре, давайте. Зажигай, братиш. Ну вот, ребят, делал Шарик Свит, так сделал мне крутую гитару. Интересно, а что здесь? Так, нам кто-то звонит, но нам-то похер уже об этом. О, пивасик! Что это? Давай, пивасик, дуй. Дуй. Сказал...
еще дунь. Можешь еще дуть. Хватит уже от пива. Я все равно не могу напиться из-за регенерации. Ну как хочешь. Так, тут твой молот лежит, который у меня, он тоже вот я все прокачал. Ну, это тут не на максимум. А можно. Потому что я накопил денежки себе. Так, это будет долго. Давай. Долго. И не думайте, что я накручивал все деньги, это нет. Я играл, играл. Поход так. Так. Что у нас тут дальше? Ты идешь или нет? Что? Ну, ладно. Открой чертову дверь. Хаспа, ты думал, что все эти пустые шкафы к чему-то ведут? Нет. Окей. Так, чтобы начать готовить, давайте приготовим блинчики. Люблю запах блинов мусору. Запах победы. Красава. Так, пойдем. Что у нас тут с картами связано? Ничего. Ладно. Я не так уж и голоден, но ладно. Я как-то продумал этот момент, делая маску. А, сукины дети, у меня проблема. Звуки борьбы. Давай, блин. Но на вкус как дешевый контраж. О, мы воду включили. Так, время пиццы. Тут еще что-то есть, да? Нет? О. Ну давай, только что что-то было. Чтобы забыл добавить кондиционер, запасная форма будет вся колючая. Не знаешь, когда чешется задница и яйца, ха-ха. Забудь об этом. Интересно, что здесь? Так. Давайте сделать вонючку. О, ага. Ага, ну вот. Это я понимаю. Гораздо более реалистично. Так, ты сам напросился. Болезненные урчащие звуки. Ворча, когда приходится потеть, больше всего удовольствия. Ладно, все, насракался. Так, убить микробов. Давайте убьем микробов на своем лице. Хочу как-то захотел это видеть, а вот точно не хочу. Почему, как они думают, я ношу гребаную маску? Надеюсь, в этой игре не будет никакой трагедии, покрытой комедией. Свое заднее сдвижение, посмотри телевизор. Дэдпул. Одни считают его героем, другие злодеем. Когда Дэдпул был крутым наемником по имени Уэйд Вилсон, Уэйд завербовал в проект оружие X и подвиг эксперимент, в результате чего он получил свою потрясную способность к регенерации и полностью съехал с катушек. Теперь болтливый ассасин разрешает погоню за удачей чимичангами. Щелк. Ты думаешь, игрок что-нибудь о нас знает? Но он же купил эту игру. Познай нас, есть, полюбил нас. Ага, я не покупал, а я скачал. Будет надеяться, что когда-нибудь пришлется, тебя уже здесь не будет. Да, почесать жопу и поспать легких. Легко. Не разбочил бортает во сне. Эй, я надеюсь, наша облачка с текстом не появляется у нас над головой, когда мы спим. Ты ж шутишь? Нет. Это ведь было так неловко.
О, сексапильная подружка. И сказал ты это в последний момент, да? Позвонить. О, секси girlfriend. Кому звонишь? Проклятие, Кабель, у тебя такое же платье, как и у меня на танцах? О, какой конфуз. Это не круто, Сандерс. Неразборчиво протестует во сне. О каком во сне? Подарок. Да ну и пошел ты. Развязь немедленно. Потому что за дверью номер один. Теперь повернись. О боже, это что, Росомаха? А где Роук? Проще никаких поцелуев. Нет, нет поцелуев. Так, это у нас... Не заставляй меня это делать, пожалуйста. Что за хмурная мина? Почему нас всегда так удивляем, когда нас видят? Если бы в этой игре был показатель стыд, он бы все зашкаливал. Ты же не будешь совать наш пенис в это, я надеюсь. Да не, чувак, не будем. Да, в компе сидит. Сейчас и там Дэдпул, да, и в том Дэдпул, и там Дэдпул. Знаешь, почему я люблю интернет? Он прям как я. Прошло враждебный, противоречивый, извращенцы и глупости. Ладно, хватит сидеть. Давайте лучше покажу один их выпуск из Дэдпула. Один из выпусков Дэдпула? Почитать комикс. Куда я положил мой 98-й выпуск новых мутантов с фотографией? Что за дешевая декорация? Да, и нарисован младшим дизайнером. Чтобы чё, чтобы обследовать? Твою мать. Мне начинает казаться, что это моя квартира не была достаточно уж. Жалко, нельзя тут одежду одеть. Брейд, у меня стоит одно оружие. Об этом я и говорил, так посмотри на все это оружие. Вот. Славно. Качать ты не можешь? Ну ладно, давайте откроем эту гребаную дверь, как нам и сказали. Наконец-то, оплузание номеров. О, нижнее белье. Ты пытаешься сказать нижнее белье? Здравствуйте, посылка для мистера Дэдпула. Распишите здесь. Пожалуйста. Ну ладно, давайте возьмем. У меня тут есть какая-то хрень. Тут и йоньк. Йоньк. Хе-хе, посылка. Черт, как я подозревал. Слова повсюду. Отстой. Может попробовать прочитать немного слов? Ну ладно, сцена первая. Темная, нечастая ночь. Дэдпул нанял убить медиамагната Чейз Уайт, который бла-бла-бла. Это нафиг, вырез это. А, цветные мелкие, шик. Почему мы пытаемся убить какой-то... Какая разница? Это искусство. Узрите. Не уверен, что игрок понимает наш замысел. Эй, игрок, продолжай, скоро поймешь, мы собираемся изменить твою никчемную жизнь. Пора пошуметь. Давайте пошумим. Сейчас у нас будет обучение. Так. Йоньк. Такой голос смешной, говорю, тут всегда канализация как старомодно. Кто-нибудь помнит, как играть? Я никогда не читаю инструкции. Ты не можешь читать. Могу. Я играю только в компьютерные игры. Эй, какой текст? Игрок, прочитай эту хрень, не делай, что Хэнк Мум говорит. Ну, пробел. Мила, кнопка прыжка, нажми дважды, чтобы сделать двойной прыжок. Что делает? Это у нас левая кнопка мыши для меня. Я поставил. А ты для меня правая мышка. Тяжелые атаки на месте. Я даю команду болванчикам размножаться, чтобы могли проверить наш суперски. На, давай, круши. Попробуй скомбинировать наши легкие и тяжелые атаки. Готово.
У них кишки просто разлетелись. Да ёлки, это ж так круто. Вообще улетная игра. Не зря я скачал, нажмите Б. Для меня это... А, нет, для меня это точно Б. Враги не могут причинить нам вред, пока мы телепортируемся. Опа, телепортировался. Почему не телепортировался? Я тебе сказал, телепортируйся. Чё, без руки сегодня поживёшь? Лови говно! Да, это обычный смотр игры, даже не просить там пройти её, я не буду проходить, ёб твою мать. Не пугай ты меня так. Иди нахер. Даже не просите меня там пройти её. Мы не можем покупать атаки, которые будут следовать за контрактом в магазин. Так, ну у нас есть 3 оружия, 4 пистолета и 4 бомбы. Только я не знаю, что взять. Ну вот, это не для комбо, это точно. Вот это вот оружие, кувалда, она все равно не для комбо, она медленно бьет. Давайте я покажу еще вот это вот вам. Что-то, давай дальше. Что он у тебя на уме? Кроме вас двоих неудачников, один ящик, пожалуйста. Использовать. Быстро нажимайте пробел. И делает он батут, который в детстве там где-то были, в аттракционах там. И когда я раз подготовил, вымывает больше все. Домик для прыжков на месте. Боин. Такой смешной голос. Боин. Так, крыски. Эй, ты не снимай здоровье нападения. Так что угощайся. Незаметно подходишь к этому, ничего не подозреваешь. Убей его скрытно. Так, Т или Кью, давайте. Кью это у нас пистолет, Т это у нас совсем бесшумно. Давайте, блин, не то нажал. Я не то нажал. Так, Т это надо правая мышка. Вот. Game over, детка. Убивай врагов, ты собираешь Дэдпул токен, чтобы заработать Дэдпул очки. Ага, я потратил их можно на класс улучшений, чтобы мы были еще более... Это невозможно. Да, в играх это называется прогресс. Без него никак. Да я уже сделал. Не надо нажимать. Я уже прокачу. И то зачем я собираю? Мне до хераси. Потому что я начал играть, потом еще играть, потому что это очень крутая игра. Очень крутая игра. Не захотел с нее поиграть. Я начал ее проходить 100 раз. Вышла она-то в конце. В начале либо лета, либо в конце. Мая, елки-палки. Так. Да-да, так, не сюда, это точно. Доберись до верха и сделай дыру в потолке. Ура, взрывчатка. Так, сейчас надо будет тут. Так, об стенку. На... Опа. Так. Закон физики, будьте... Ой, держу кнопку прыжка, чтобы карабкаться по стенам. Так. Я думаю, мне стоит громко звёздить. Время устроить бум-бум. На. Ну чё, если у тебя говно? С динамитом у тебя говно, да? Ну ладно, чё. Вот что случается, когда мешает S4 с буррито с фасолью. Да, вот, видите? Только честно, я ведь не единственный здесь, у кого в штанах. Немного дерьма, а? Не, у меня нету. Слабая атака, но это уже ясно.
тут у нас уже понеслась атаки. Так, я хочу поменять вот на это оружие. На. Готовься, Нига. Очень прикольная игра, прям на куски всех раздирает. На платье за убийство какого-то мудака-миллиардера. Ага, медиан-магнат Чейз Уайт. У него есть связи с мафией и личная армия заставит где-то плакать классических злодеев, которые легко и приятно ненавидят. Твою мать. Я не могу так читать и сразу же драться. Давайте сядем. Внимание, мы блокируем доступ к лифту. Всем бойцам отдай мне. Слушай, ты маленький недоуг в чулке. Никто не вломится мне мой дом. Я надеюсь, оно того стоило. Лифт выключен. Ой, я придумал, давай за чимичанки и подождем, когда он спустится. Или мы можем найти способ подключить электричество во всем здании, тогда система перезапустится, и лифты снова заработают. Диспетчерскую. На, у меня тоже есть пуколки. Так вы думаете, что я круче вас? Так, я суператаку сделал. Так. О, у меня улучшение, это хорошо для моего оружия. Так, а это что у нас такое? Твою ж мать, ты задрал меня, хватит бегать. Так, ну это уж понятно, что нам туда идти. Чтоб перезарядить. Ага, что-то типа того. Здорово. Ха-ха, эффективно, эффективно. О чем я думаю? Джекпот. Мне страшно. Могу посмотреть, лифт снова заработает. Ха-ха, я такой умный. Кто-то, который открыл гребаное электричество, спускайся сюда и включи обратно. Удерживай shift и пробел. Deadpool. Комбо, чтобы поднимать индикатор разгона, когда индикатор заполняет, делайте атаки разгона. Чем дороже комбо, тем больше очков Deadpool за них. Больше можно купить улучшение. Есть! Все можно пройти куда безбольнее. Такие-то враги сражают в путь. Тык-тык. Так, у нас там новое улучшение. Пока не отвлекаемся. У нас тут супербой. Так, не стоп. Да сдохни ты. Так, для этого оружия у них тут нету. Вот так вот, значит, да? Можно в этом направлении, можно в этом. Ну не, у меня есть такой. Открой лифт. Это мне больше нравится. Твою мать, стоп, нет. Хочешь телепортироваться? Да вот так вот. Эй, наслаждайся пением. Ты не можешь петь. Видишь? Он поет как ангел. I'm crazy for
А хер тебе пеним. Это, наверное, моя остановка. Отсюда должен быть выход. Думай, Дэдпул, думай. Я подумал и расстрелял. Так, молния страшная, и наша пижама начинает промокать. Найди способ попасть в обратно в здание. Так. Ну, я думаю, что вот я на этом закончу наш просмотр игры Дэдпул. Так, воу, тихо. Да, на этом я закончу, потому что уже все. Да сдох, ты сдох, ты сдох. The hands of super sex pot mercenary. Story at 11. Break out the heavy firepower. Stop this freak. Ладно, всем пока, с вами был Филипп. А я тут помочкарюсь, чтобы заработать еще улучшение. Это был смотр игры Дэдпул. И его кровавое мясо, и все, и все кишочки. Ладно, всем пока, с вами был Филипп. Подписывайтесь.